Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Емери и... Фарида. И... Амина. И сегодня мы снимаем для вас челлендж «Две правды и одна ложь». Да. И призом будет вот такая вот шкатулка, которую вы видели в моем инстаграме. Кто ответит на большее количество вопросов, тот получит подарок. И спонсор наш. Мама. Мамин лимонад. Подписываемся на канал iCook. Да. Обязательно. Очень. Как вам? Скажите честно, как вам? Вот, хвали. Супер. Нет, нет слов. Офигенно. Очень вкусно, честно. И не из-за того, что Айка сказала. Вообще вкусно. Да, вообще вкусно. Да. Насколько хорошо вы меня знаете? Кто смотрит меня больше? А я. Я, конечно, смотрю, но не так, как много. Да. Не так много, как Амина. У каждого будет по 4 вопроса. Хорошо. Да. И мы будем рассуждать. Никто никому не помогает. Хорошо. Так. Первый вопрос. Так, ладно. Первый вопрос Амине. Ой. Суетра. Ладно, давайте. Итак, первый вариант. Жила в частном доме. У нас дома был пожар. Второй вариант. Люблю чай с фруктами. Так, значит, про то, что вы жили в частном доме. Вот сейчас мы живем в частном доме? Нет. Нет, правильно. А жили? В частном. Нет, или, возможно, жили. Второй вариант. Про то, что у вас был дома пожар, ну это тоже может быть. Ну подожди, давай хорошенечко подумаем. По-моему, пожара не было. Да, ты выбираешь второй вариант. Да. Нет. Это правильно. Ура! Ну, типа, они знают меня хорошо. Все. Так, значит, то, что еще Айка любит чай с фруктами, это тоже так. Правильно, да. Следующий вопрос, Фаридочка, тебе. Да, давай. Наращивала ли я ресницы? Носила ли я брекеты? Ага. Дружу с Фати с детства. Можно я скажу? В смысле, там один неправильный? Да, один две правды, типа одна ложь. Наращивала ресницы, это правда? Да. Да. Носила брекеты? Да. Да. Очевидный ответ. Как сложно. Да, тогда вот третий. Третий? Правильно. Молодец, один-один. Спасибо. Так, потому что Айка нам рассказала, что она познакомилась с Фати на день рождения. А, точно. Какой день рождения? Ты же сказала сама на день рождения. Да, не пора. Нет, это не Фатя. Это парень. Да, это это другая история. А ты спрашивала про Фатю? Да. А я про парня рассказывала. Что, ну, нет. Ладно, ничего. Следующий вопрос тебе. Меня хотели назвать Эльвирой. Опа. Я родилась рыжей. Родилась с голубыми глазами. Про то, что... Так, стоп. По-моему, про Эльвиру это правда. Дальше. Возможно. Потому что меня вообще по-другому хотели назвать. Лучше не говори как. Окей, подождите. Что потом еще? Я родилась рыжей. Рыжей, да, корни. Корни. Ну, что такие? Присмотрись. Ну, что не рыжий? Хотел, возможно. 50 на 50. Так что давай, смотри. Кстати, у нее реально рыжие кончики. Обалдеть. Я не хочу никому подсказывать. Ладно, давай про то, что ты родилась с голубыми глазами, это неправда, потому что как человек может родиться? Нет, на самом деле можно сначала родиться с другим. Да, это возможно. Ну да. Ладно, я выбираю третье. Правильно. Это не в нашем случае такое. Да. Правильно. Но она правильно говорит, Фарида правильно говорит, что иногда дети рождаются с голубыми глазами, а потом... А после уже меняется цвет. Дальше. Следующий вопрос для Фариды. Пока что счет одинаковый. 2-1 пока что. 2-1 уже. Ну, сейчас ты отвечу на 2-2. Да, посмотрим. У меня хорошая память. Так. Ага. Я плохо вижу. Ага. Люблю покупать хлам. Ты любишь покупать хлам, ты плохо видишь. Вот первое, это неправда. У меня хорошая память. Нет, это точно. Я по тиктокам поняла. Вы снимали тикток. Как круто ты снимаешь тикток. Я целый час в этом. Никак не получилось. Опа, да, окей. Короче, увидите меня в тиктоке. А следующий для тебя. Ага. В детстве нас ограбили. Так. Ломала палец. Угу. Любила в детстве рисовать. Про то, что ты ломала пальцы, это, возможно, неправда. Но потому что... Почему? Но под... Не знаю. Ну, подожди. По-моему, ты рассказывал, что у вас в детстве ограбили. Это ты рассказывал.
Да, да. Это, да. По-моему, я точно не... Ну, кажется, вас в детстве, когда ты была маленькая, вас ограбили. Mm. Что там еще третье, что было? Любила в детстве рисовать. Рисовать и рисовать. Ломала палец, либо... Так, подожди, давай. Пальцы... Дай посмотреть на твои пальцы. Нет, все равно. Ты не поймешь, если даже сломанный был, может быть, потом... Нет, давайте я выбираю, что в детстве их ограбили. Как, короче, ложь — это ломала на пальце. Правильно! Либо вопрос слишком легкий, либо это хорошо знаете. По-моему, второй вариант. Да, кстати. Да, давай. Так, третий вопрос. Уже 5 лет делаю гель-лак. У меня есть сестра. Так, я уже знаю ответ. Я тоже знаю ответ. Можно уже я скажу? У нее нет сестры. У нее есть только брат. Да, один только брат, да. И третий вариант. Ну-ка, третий, что там у меня... Это мой первый айфон. Нет. Это... Подожди. Подожди. Это не твой первый. Ответ очевиден. Можно я скажу? Это не первый айфон. Нет, это не первый айфон. Сестры у тебя нет. Все. Ты уверена? Ты в смысле, подожди, стоп. Ты имеешь в виду двоюродную сестру или родную? Родную я. А, все, родной нет. Нет, нет. Правильно. А это мой первый айфон, кстати. У меня до этого не было айфон. Точно, ты же этот показывала маленький совсем телефончик. То, что хлам, ты показывала, что ты выкидываешь. Да. Никогда не было у меня айфона. Тогда получается там две. Мне пока что тоже не было. Одна правда получается тогда там. Почему? Нет, это мой первый айфон. Это действительно мой первый айфон. А, все, да. Пять лет я делаю гель-лак. А, да. У меня есть сестра. Нет, нет, у сестры нет. Мне кажется, мы скоро так отпилим. По половине. Да, да. Решающий, последний. Блин, интересно. Так, боюсь стоматологов. Так. Не ела мидии. Не хочу переезжать из Азербайджана. Не хочешь переезжать из Азербайджана, это точно. Вот это правда. Да. Так, мидии. Если я суши... Подожди, мидии... Ты никуда не подсказывай. Сами подсказывай. Мидии кушала. И что там, боюсь стоматологов? Ну, если тебе ставили брекеты, то, по-моему... Давай... Ну, вот смотрите, боюсь стоматологов и не ела мидии. Так, подожди. Я бы тебе дала подсказку. Но... Нет, подожди, подожди. Не буду. Стоматолога, возможно, она боится стоматолога, но, возможно, она ела миди. Так. Ну, подумай немножко. Это сложный, действительно, вопрос, потому что так я не говорила. По-моему, ты ела миди, и ты боишься стоматологов. Это неправильный вариант. Брекеты. Вот ты человек, который ставил брекеты. Да, ну это же не страшно, это вообще не ну, больно. Ну вот, а я не боюсь. И еще плюс, когда я говорила то, что я хочу стать стоматологом, она даже ничего такого не сказала, то, что я боюсь там все такое. Она сказала, я приду еще к тебе. Так что... Номер не удаляйте. Окей, ладно. Ошибочка. Потихоньку. Ладно, давай. Если ты сейчас отвечаешь, а если нет, тогда что? Тогда остается тебе. Нет, в любом случае. Ну-ка, давайте дальше. Первый. Никогда не была в солярии, никогда не красила волосы, никогда не делала пирсинг. Так. Это легко. Стоп. Пирсинг, если считать уши. Нет, уши не считаются. Уши не считаются. Никогда не была в солярии, никогда не красила волосы, никогда не делала пирсинг. Никогда не делала пирсинг. Это вранье. Подожди, подожди, мне что надо выбрать? Вранье? Да, тебе надо выбрать вранье. Одну ложь, типа. Да. Да, тогда это неправильно. То есть никогда не делала пирсинг, значит, делала. А-а-а, нет, подожди. Так что это правда? Нет, это правда, это правда. Нет, так, стой. Ладно, это дальше. Это правда. Давай, никогда что-то. Не красила волосы. Или никогда не была в солярии. Что с ним делать? Можно я скажу? Нет, можно я, подожди. То есть тебе надо так, я была в солярии или нет? Или я красила волосы или нет? Красила ты волосы, да. Значит, я не была в солярии? Ты не была в солярии. Правильно! И в результате двух челленджей у нас победительный сад. Спасибо большое, спасибо. Спасибочки. Ты заслужила волчер. Я не завидую. Ладно. Я честно думаю, что наоборот ты выиграешь. Да, я тоже так думала. Тут один вопрос. Мити, ну иди. Ладно, теперь буду знать, что ты не пробовала миди. Миди. Она бы это точно сняла, так что... Да, я не пробовала.
Но надо это исправить. Надо покушать мидии. В общем, на этом все. Победила у нас Фарида. Ну, так как мы сестры, я думаю, никто не обидит. Конечно. Я не жадный человек, на самом деле. Ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь. Всем желаю удачного дня. Всем пока!